Ну что, Эдичка, наступила ночь, пора выкопать Женечку. Ой, да, надеюсь. О, она еще жива, я думал, ее там хана, но ладно. Ты слышишь, храпит. Так, а ты помнишь, где мы ее закопали? Ну вот тут вроде. А ну раскапывай. Может оставим, мне кажется, ей там хорошо. Да давай, давай, раскапывай. Нам надо ее вылечить. Вставай, Женька. Женечка, давай. Давай, вылезай. Кровь! Иди, держи, держи ее. Тихо. Не стоять, говно, где ты тут? Да, сейчас мы будем тебя лечить чесноком, на есть. Хочу завтракать кровью. Чеснок, нет, на чеснок. Чесноком. Нет, хочу кровью. Ладно, Игорь, держи ее, опять процедура. Давай. Осиновый кол в задницу. Ой! Так, мне кажется... Че, помогло? Не помогло? Не помогло. Слушай, надо подорожник. А ну давай. А у меня нет подорожника. Не, Игорь. Иди лови ее, иди лови ее. А ну стой. Кровь, хочу кровь. Тихо. Хочу кровь. Да тихо ты будь уже, а. Эдичка. Ну. Я слышал, короче, что здесь есть какой-то чокнутый доктор, который должен разбираться во всей этой теме. Да. Доктор, у него есть кровь? А, кстати, да... Да тихо ты, успокой уже эту дуру. Кстати, реально, когда мы за конфетами ходили, мы к нему не пошли, да? Да, потому что он чокнутый, говорят, он совсем без улиц. Ну ладно, пошли к нему, Игорь, пошли. Ну у нас нету других вариантов, знаешь? Да. Я не знаю, она меня бесит, я ее сейчас просто убью, честно. Стой на месте, ой. Так не ведут себя вампиры. Да-да-да-да-да-да, кровь, хочу кровь. Так ведут себя дауны. Я больше не могу, я больше... Пошли, Игорь, пошли. Да, стой, давай. Тут опять эти черти маленькие. Давай, Игорь, ладно, ты первый. Давай, раскидывай их. Давай. Все? Нет, еще. Не меня, кровь, хочу кровь. Тебя тоже нужно. Давай, профилактика. Пошли, Игорь, пошли. Веди ее, веди ее, она сейчас опять убежит. Давай, Жек. Кстати, он вроде возле засохшего дерева. Это должен быть его вроде... Давай. Эдничка, меня напали на меня. Кто напал? Напали. Давай, Женечка, иди. Давай. Туда, прямо, да, вот так. Давай. Кстати, вот это засохшее дерево, слушай. Это, где наверное, оно? Вот и есть его дом. А там есть кровь? Тут есть кровь? Конечно, есть. Там бить! Да? Тут есть кровь? Там много крови, прям литр, бидон. Давай. О, это кровь красная, да? Кровь. Да, можешь, да, вот ну, это. Ну съешь, да, я, попробуй. Мухомор, давай, попробуй. Мне кажется, поможет. А ну реально, Игорь. Фу, а ну. какая гадость. О, кстати, а может грибы помогают? Слушай, надо народные средства, там, может это говно скунса, я не знаю, надо чем-то его помазать, там банки поставить. О, уголек, от поноса помогает, может от вампирса тоже поможет, а ну. А ну попробуй. Не помогает, не помогает. Ладно, пошли. Ладно, идем к доктору, хорошо. Мне вот кажется, что доктор реально чокнут. У него тут гробики во дворе. Вот, там есть кровь в этих гробах. Тут никого нету. Так, мне кажется... Стой, ты сюда иди. Пошли, давай, заходи. Твою мать! Зомби! Они вкусные, у них невкусная кровь, убейте их. Валите! Игорь, помогай! Так, все, пошли. Там еще один, Игорь, давай. Там еще зомби! Убейте его! А ты ж говно! Они паскуды доктора сожрали! Да, офигеть! Кровь! Игорь. Да нет, выплюнь! Выплюнь её! Выпусти верляку! Ладно! Игорь, так. А что мы сейчас делать будем? Доктор-то мёртвый. Мёртвый, да? Твоё. О, может у него просто сидитесь! Подожди, я буду сейчас закрою! Да стой, не высоси ему кровь! Как она меня заколебала! Стой, ты говорю! Успокойся! Попробуй сделать ему в рот дыхание. Давай. Да не соси ты его рот! Не. Ладно, слушайте, давайте, может быть, найдем какую-то научную литературу, и может там что будет написано. О, записки от доктора нашел. Где? Записки от доктора? Да, записки. Тут написано, короче, сейчас буду вам читать. Способы лечения от заразы вампиров. По-моему, то, что нам нужно, да? Давай. Для того, чтобы избавиться от заразы, необходимо выпить кровь мифического существа. Предупреждение, имеются побочные эффекты. Мифического существа? Ну ладно, нам, в принципе, на побочные эффекты все равно. Держи, Эдичка, книжку. Давай. Какого мифического существа? Я не знаю, ну вот, слушай, а зомби подойдут? Ну да, в принципе, да, мифический. А у меня есть вот. Кровь. А ну, Женечка, попробуй. А ну, Женечка, хавай. Мне можно есть кровь? Ну, да, ты же любишь кровь, давай. Ой, Игорь, я надеюсь, это поможет. Да. Женечка? Женечка! Да. По-моему, мы что-то не то намутили. Мне кажется, стало только хуже.
Мозги. Что с ней теперь делать? Она теперь мозги хочет, а не кровь. Кровь хотела. Что за говно? Я не знаю. Мозги. Куда ты пошла? Твой же ты мальчишка, сынчика, наоборот, наоборот, наоборот. Мозги. Нам на мозги, на мозги, мозги. Тихо, не пускай, не пускай ее. Эдичка, все пропало. Там их слишком много, мы не разберемся. Там мозги, там мозги. Нет, там гнилые мозги. У тебя еще хотя бы нормальные немного. Где мозги? Эдичка. Я не знаю, что делать теперь. А может в книжке ничего бы больше не было написано? Может там способы излечить заразу? Фиг его знает. Нет, что нам делать? Блин, этот доктор еще вонять начинает. Эдичка, что делать? Вот ти-ти-ти-ти-ти, Игорь, а тут вторая страница есть. Ее не прочитал. Успокой эту душу. Успокой ее уже наконец-то. Смотри, для того, чтобы вылечить полностью, необходимо вернуться в то место, где вас очень любят и почитают. Удачи. Мозги, мозги, так, мозги. Так, так, нас любят в детском садике. То есть, если мозги, мы сейчас... там мозги. Да ты заткни ты, Женечка, успокой. То есть, если мы сейчас туда... Я ее еще убью нафиг. Если мы сейчас туда вернемся, то все нормально будет? Да, там будут мозги, там будет все хорошо. Нас же любят в детском садике. Тамарку там встретим. Да, Тамарке мозги есть, там мозги. Ой, ладно, ладно. Так что мы сейчас будем делать тогда? Эдичка, рассвет, они начинают гореть, слушай. Может быть, пока они пока горят, мы, может, выбежим и успеем добежать до портала, он недалеко здесь. А Женечка не сгорит? Она же тоже зомби. Женечка, отдай шапку, шапку отдай свою. Женечка, держи шапку, держи. Одень шапку. О, мозги. Да, мозги, одень на свои мозги. Мозги. Во, побежали, быстрее, побежали, побежали. Мозги, мозги, мозги. Давай, 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 Жень. Прилетел. Мозги, мозги, мозги. Портал, вижу портал. Быстро, 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 раз, давайте. Раз, два, три. Три. Ой-ой-ой-ой-ой. Женечка, Женечка. Что это было? Что это было, ребята? О, слава богу. Игорек, мы его спасли. Я не знаю, но мне как-то понравилось, конечно, это приключение, но такое. Такое приключение, я ничего не помню, что было, что было. Да и вообще рассказывать не будем. А весело, ты просто немного перебрала, Женечка, там все нормально. Я помню, мы зашли в. Ты просто бухущая женщина, понимаешь? Да. Там были какие-то вампиры, а потом что-то все. Не, это все тебе приснилось. Ты просто реально перебрала. Пошли, Игорь. А там какие-то мозги были, нет? А мозги там были? Нет, это ты холодец кушала, все нормально, пошли. Холодец? Да. Холодец, как на Новый год, только не на Новый год. Хэллоуин, понимаешь? И стейк с кровью, поэтому ты всегда горила. Кровь и всякое такое. Ну еще там лайки просила все время, я не знаю, зачем то. Лайки просила? Да там капец, сколько лайки просила. Да, типа там кровь, мозги, лайки поставили. Да, помню, было такое было. Не, мозгов не было, только лайки были. Ну, комменты. Да, комменты, да. Капец, как голова-то раскалывается. Ребята, помогите, пожалуйста. Я не понимаю. Я не знаю, чем тебе помочь. Мне меньше бухать надо. Да лайки нужно поставить. Вот надо и пойти подремать. Я думаю, что надо пойти подремать. Мне тоже так кажется. Давайте я вообще пошла домой. Все, я объявил ваш этот Хэллоуин. Все, пойду жить нормальной жизнью. Никаких мозгов, никакой крови. Ну да, все. Я буду отдыхать. Все, до свидания.